Здравствуйте, меня зовут Елизавета, и сегодня мы с вами проведем вечер с гитарой. Сегодня мы с вами выучим песню Юлианны Карауловой «Внеорбитные». Песня очень красивая, лирическая, о любви и довольно простая в исполнении. Вообще, в оригинальной тональности она будет играться с каподастром на первом ладу. Но поскольку песня для меня высоковата, я намеренно понизила тональность и буду играть ее без каподастра. Давайте приступим. Итак, давайте разбирать аккорды. Начнем с куплета. У нас вся песня играется боем восьмерка. И давайте разберем аккорды. Аккорды крайне простые. Куплет. Первый аккорд ля минор. Играется целиком бой. Ля минор. Дальше соль мажор. Также играется целиком бой. Дальше фа мажор. Опять же целиком. Опять дальше соль мажор. Но он уже у нас идет разделенный. Мы играем два раза вниз. И после этого меняем аккорд на аккорд ми мажор. И доигрываем. То есть получается вот так. Итак, куплет у нас играется ля минор. Соль мажор. Фа мажор. Соль мажор. Ми минор. Ми мажор. Ми мажор у нас последний. Так у нас играется куплет. Припев у нас играется ля минор. Целиком. Соль мажор, целиком, до мажор, целиком, и ми минор, целиком. В припеве у нас бой не делится. Итак, припев у нас получается играется вот так. Ля минор, соль мажор, до мажор. Итак, давайте и куплет, и припев. Куплет играется два раза, вот эта конструкция из аккордов, которую мы выучили, и припев также два раза. Давайте споем. Для вступления я классически сыграю первые аккорды куплета. Мы вдвоем, нас давно уже накрыли.
Вот такую замечательную песню мы с вами сегодня выучили. До свидания и до скорых встреч!